В Сургуте столкнулись две легковушки. ДТП произошло на улице Энгельса 27 декабря около 22:30. ВАЗ-2114 врезалась в Audi Q7. Удар был довольно сильным. В иномарке сработали почти все подушки безопасности, а кузов «Лады» оказался серьезно деформирован. По информации ГИБДД, 19-летний водитель ВАЗа при развороте заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с попутно ехавшей Audi. Такую же версию причины ДТП рассказал съемочной группе телеканала «Сургут-24» молодой человек, управлявший «Ладой». В результате аварии водитель немецкой легковушки получил телесные повреждения и на машине скорой помощи был доставлен в травматологическую больницу. Ведется следствие. Мы ехали отсюда, получается, в эту сторону Сетимова, да. Я поворот пропустил, должен был, наверное, пропустил, решил здесь развернуться, а это Audi, получается, меня въехал. Я ехал с этой стороны.